Четверка. Настя в опасности. Но в джиу-джитсу мы всегда ищем наиболее короткие пути решения, наиболее упрощенные способы сделать человеку больно. Я тоже всегда выступаю за то, чтобы максимально рационализировать свою джиу-джитсу. Пусть оно будет чуть менее красивым, но зато спортсмен меньше устает, меньше потеет и все. Итак, из позиции сайд-контроля с андеркуком попробуем выполнить болевой с идеальным удовлетворением всех условий болевого. То есть контроль, изоляция, фиксация, амплитуда. И добавим к этому такой идеальный пункт, как неожиданность. И, черт возьми, неизбежность, а необратимость. Итак, у меня есть андеркук. Как-то я его заслужил. Я зафиксировал плечевой пояс Насти, может быть, вот так. Да? Может быть, просто вот так. Лучше вот так, да, прям прекрасно. Вам нравится Анастасия? Да. Хорошо. После этого я беру контроль Настиной руки под 30, под себя. Тише, тише. Так не надо. Окей. Ну, Андрей, это очень идеально. Трицепс под себя. Зафиксировал плечом. После чего, не давая Анастасии встать, я беру свое колено и ставлю себе подножку. Пум! В бок блокирую Настину руку. Вот, обратите внимание. Я ее заблокировал, рука изолирована, и эта рука, ее правая рука, уже не сможет прийти на помощь левой. Это же левая? А еще тут есть кисть, да, мне Настя подсказывает. Но сейчас не об этом. Итак, мы находимся в этой позиции. Я зафиксировал Анастасию. И что мне отсюда нужно сделать? Фиксируя ее руку под своим весом, имея свою ладонь практически на локте у Насти, и чувствуя, разумеется, что ее локоть в моих руках, мне нужно заблокировать вот этот вот подвижный элемент ее скелета, называемый плечевой сустав, заблокировать ее локоть и своим плечом проскользить вверх, как по рельсам по ее руке, вот сюда, сохраняя вот этот вот валик под ее локтем. Болевой будет на локоть, в простонародье именуется армбар. Плечо, локоть. Коротко и ясно. Все вместе. Вжук. Зажал плечо. Да. Вот, законтролировала. Теперь свою ногу. Закрыла мою руку. Прекрасно. Андеркук под себя зафиксировала. Да, смотри, вот, видишь, я поднялся. Ты меня поднимаешь за счет вот этого захвата. Он тебе не нужен. Тебе нужно меня отпустить. Возьми. А, ты же там этот меня точно пушил же не может. Так. Раз. Не-не, смотри. Возьми меня. Вот ты вытащила руку, вот она идет, и теперь вот на подбородок мне положи. А, чтобы тебя отвернуть. Да, отверни и зафиксируй. Вот, прекрасно. Uh-huh. Ты фиксируешь и подбородок, и плечевой пояс. И теперь да, на плечо и скажи, что да, есть. И кисть. Ай! Ай! Коль пошла такая обучалка, хочу показать одну штуку, почему я рекомендую блокировать дальнюю руку, находящуюся подо мной при кимуре. То есть я мало того, что вышел из опасного приема,
Я еще и могу контратаковать рычагом лодки отсюда.